Привет! У нас заключительная четвертая часть из серии «Как я строил свой вокальный бокс». В этом видео мы будем смотреть, как я делаю всю внутреннюю эту отделку. Если у вас есть какие-то вопросы, можете мне их писать, я вам постараюсь на все ответить. Также я оставлю ссылки на предыдущие видео и материалы, в том числе расходную часть и саму схему этой кабины. Так что приятного просмотра. Что я делаю? Сейчас по всему периметру я начерчу линию, по которой у нас будет закрепляться. Вот здесь вот эта вот часть будет в акустическом поролоне, который идет на крышу. Потом будет светодиодная лента. И потом уже будет основное покрытие из поролона, которое на стены идет. Ну, собственно, как это будет выглядеть. Скачал приложение, можно делать по-всякому разному, типа от микрофона. Вот я говорю, он шевелится. Музыка, какие-то тут сэмплы есть. Просто настройка цветности и яркости. Периметру у нас сделана наша рейка для светодиодной ленты. Можно начинать клеить поролон. Короче, этот клей — это просто такая большая-большая банка этого момента. Поэтому я думаю, что оно уже склеилось. Прошло, не знаю, минуты 4. Сейчас посмотрим. Просто намертво. Вообще. Так, это одностороннее наносил на гипсокартон. Ну, в принципе, оно отклеилось, но с трудом. Снимаю я на камеру, снимаю, клею тут, а камера мне говорит, у меня память кончилась. Это было вчера, сегодня ничего не отвалилось. В принципе, отваливаться не собирается. То есть вот здесь вот до сих пор липкая вот жижа. Ну и выглядит, конечно, клево. Мне прям нравится. Сейчас у нас нужно дождаться
лампы, которую я заказал. Лампа идет 30 на 30, и она должна вставать как раз вот здесь, чтобы все было прям чика в чику. И как же удачно получилось, что у меня вот эти панельки, они вот ровно чика в чику встали, прям вот 1, 2, 3, 4, 5, 5 штучек, и даже ничего вырезать не пришлось. Просто вообще красотенюшка. Ну а пока я жду лампу, я думаю, что займусь светодиодной лентой. Хочу ее протянуть, подключить и посмотреть, как это будет выглядеть. Свет, камера, мотор. Ну, отличненько. Все, шикардос. Оу. Тест. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Оу. Эхо пропало. Так, необычно. Ну просто, я считаю, это вообще просто. Я считаю, вообще это просто. Вообще. Еще и лампа пришла. Только что смс-ка пришла, поэтому сегодня я добью лампу. Останется немножечко в некоторых местах подклеить некоторые косячки, доделать по углам и, ну, столешку доделать. Ну, в принципе, практически все будет готово. Шикарно.
пришла лампа. Она очень ярко светит. Прям то, что нужно. Она отлично вписалась в клетку 30 на 30. Только пришлось вот здесь вот немножко поролончик отодрать, чтобы ее поставить. Но это можно будет сейчас все приклеить вместе с косячками, которые я найду. Например, вот здесь вот надо будет подклеить. Ну а сейчас надо доделать стол. Ну вот и закончились мои видео. Спасибо, что посмотрели. Теперь я хотел бы немножко поговорить по поводу расходов. Сколько же мне все это вышло? Как видите, итоговая стоимость составила всего 70, ну давайте округлим, 75 тысяч рублей. С учетом размеров этой кабины и достаточно хороших материалов, я считаю, что это очень дешево, учитывая, сколько сейчас стоят вокальные боксы, малюсенькие вот эти, которые продаются уже готовые. Также важный момент, что вот эти расходы, их можно было бы сократить примерно на пятую часть, я посчитал, на всякий ненужный хлам типа светодиодных лент. Но, так как эти цены 2021 года, можно их увеличивать, ну, процентов на 30, я думаю. Но, тем не менее, это гораздо дешевле, чем заказывать готовый вокальный бокс. Основные расходы это был, естественно, поролон, который дороже всего вышел из всех материалов. Потом шел гипсокартон и дверь. Ну, в общем, все расходы вы видите у себя на экране, поэтому выводы вы можете делать сами. А я поздравляю вас с просмотром всех этих видео. Вы заслужили бонусное видео, которое высветится где-нибудь вот здесь. Да, я хочу, чтобы оно высветилось вот здесь. Вы его сможете посмотреть. Оно о том, как я делал вот эту зеленую штуку. Тех, кто планирует сами строить себе вокальный бокс в квартире или в гараже, или на даче, я желаю успехов, потому что дело это веселое, трудоемкое, но вы будете довольны своим результатом. Я почти на 100% в этом уверен. Поэтому удачи, ребятки!